Очаровательная певица Мика Ньютон как-то 23 февраля подарила самым известным кадетам СНГ свою песню «Белые лошади». Ребята решили к 8 марта не остаться в долгу и спеть ее песню. Встречайте, самые популярные выпускники Нахимовского училища. Леонид Исаакович, подожди секундочку. Что? Тут написано Суворовского. Ну какая разница, у нас концерт. Понятно. Кадет Терехов и кадет Головин. Кадет Терехов и кадет Головин, слушай мою команду, песню «Белые лошади». Запевай! Уже 11:01, и я иду из вечерней школы, а ночь таинственна и темна, и мне не спится от рок-н-ролла. Уже 11:01, луна ногами в окно стучится, но не нужна мне сейчас она, ведь я и сам улечу, как птица. На этой площадью черные вороны, белые лошади. Была ли разница в годы школьные, синие, красные и рок-н-ролльные? Назвали не в честь нее, ее клубочек давно распутан, а снег, дождик водичку льет. Но с праздником, милая Мика Ньютон. Меня назвали не в честь нее, но лишь она по ночам мне снится. Пусть кто-то третий о нас поет, а мы опять улетим, как птицы. Над этим городом, над этой площадью черные вороны, белые лошади. Была ли разница в годы школьные, синие, красные и рок-н-ролльные? Школьные, синие, красные и рок-н-ролльные. Дорогие девушки, поздравляем вас с 8 марта. Желаю вам счастья и любви. Честь имею.